В стране почти 57 370 пациентов успешно побороли коронавирус. По данным Минздрава, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 782 человек. Лаборатории обработали 1 172 880 тестов. Лечебницы по всей стране продолжают возвращаться к обычному режиму работы. Прием плановых пациентов возобновила и 11-я столичная поликлиника. У нас было под COVID 3 отделения и 9 отделений обычно функционировали. За период с 29 апреля по 15 июля у нас пролечилось 1300 пациентов. Основная возрастная категория от 50 до 59 лет. Корпус полностью продезинфицировали. На одну палату специалисты в экипировке и со спецтехникой тратили порядка часа. Прибыли в данное учреждение для проведения дезинфекции. Прибыло нас 15 человек. У нас на вооружении стоят механические насосы, бензиновые насосы и парогенераторы. Реабилитацию здесь будут проходить пациенты с кардиологическими, неврологическими и травматологическими заболеваниями. Между тем, директор Минского научно-практического центра хирургии Олег Румо заявил, что Беларусь выбрала правильную тактику борьбы с COVID-19. По его словам, грамотное руководство, поддержка общества и современное оборудование позволили выйти из сложной эпидситуации с наименьшими людскими и финансовыми потерями. В НАН разработали план действий по созданию вакцины от коронавируса. Ученые рассчитывают подключить к инициативе экспертов со всей страны.